Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Песен о Домбае сложено немало, только у Юрия Висбора их с десяток. Но именно благодаря его домбайскому вальсу об этом удивительном уголке Карачаева-Черкесии в свое время узнала вся страна. Граждане тогда еще Советского Союза хором запевали задушевную мелодию. Вот и окончился круг, помни, надейся, скуча, снежные флаги разлук. Сам же Домбай стал местом паломничества бардов несколько позже. В 1988 году областным центром культпросвет работы и группой творческих энтузиастов из Карачаева-Черкесии был организован первый фестиваль авторской песни в поселке Тиберда. Впоследствии он переехал в Домбай и через 10 лет обрел статус всероссийского. В разные годы здесь на одной сцене с начинающими авторами-исполнителями выступали известные на всю страну барды, чьи песни уже давно стали классикой жанра. Я был на многих фестивалях, но так как, скажем, принимают здесь, редко это бывает. Приехали люди, замечательные исполнители, авторы, и вот даже наши московские гости сказали: слушайте, мы просто не ожидали, что у вас будет такой нормальный уровень. А встретиться суждено было вновь здесь, в Домбае. Участников 25-го Всероссийского фестиваля авторской песни «Горные вершины» на 3 дня традиционно приютила одноименная гостиница. И вот уже в который раз звучит гимн фестиваля и добрые слова пожеланий от его организаторов и представителей республиканских властей. 25 лет – это много или мало, я не знаю, но менялись общественно-политическая формация в нашем бывшем Советском Союзе, потом в России. Но фестиваль оставался неизменным, и форма, и содержание этого фестиваля. Я приветствую от имени Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики всех участников, гостей фестиваля. Я думаю, что мы должны радоваться тому, что, как говорится в этом в хартии олимпийской, не важна победа, а важно участие в этом фестивале. И действительно, стать лауреатом фестиваля, конечно, почетно и приятно, но вряд ли кто-то сюда приезжает только ради победы. Ведь бардовская песня – самый демократичный жанр, далекий от духа соперничества. Нужна лишь гитара и единомышленники, а прекрасными сценическими декорациями и одновременно источником вдохновения выступает сама природа Домбая. Высоко в небе солнце медь, но не о чем с тобой жалеть. Душа свободна вверх лететь, и ты, дружочек, подпевай, согреем песнями Домбай. Я на горных вершинах был последний раз в 90-м году, 24 года здесь я не был. Ну тогда, конечно, людей было гораздо больше. Ну, фестиваль не хуже. Приятная атмосфера. Спасибо организаторам. Сделали все очень хорошо. Мы довольны. Домбай – это прекрасное место. Удовольствие в таком месте находиться, тем более участвовать еще и в любимом своем занятии. Это петь песни, общаться с людьми. Поэтому я думаю, что этот фестиваль, он должен жить. Здравствуй, Домбай, вижу рад нашей утренней встречи. Помнишь меня? Ты мне снился, я очень скучал. Я постарел, ну а ты молодой будешь вечно. Добрый всегда среди гор и пугающих скал. Скажу вам, что фестиваль ваш, он на слуху, мы знаем о нем. Он такой разноплановый,
разножанровый. Тут, в общем-то, наверное, бардов чистой воды, что ли, не так много. Ну и, наверное, вообще этот, я считаю, что вот этот пласт, что ли, культуры нашей бардовская песня, он сейчас немножко деформируется, поскольку времена другие, люди другие, ценности другие. Люди со времен рассвета бардовского движения и вправду стали другими, но вот вечные ценности вряд ли изменились. Просто новое поколение авторов-исполнителей выражают их теперь действительно в несколько другой форме, чем молодежь из студотрядов 20 века. Однако новые мелодии и поэтические обороты по-прежнему наполнены романтикой. Там, где солнечный луч вырезает из туч голубые глаза, отступает гроза, птичий крик в вышине. Вдруг напомнил он мне, верю я в чудеса, что дают небеса. Благо над землей и высокий полет птичьих стай. Расстаюсь я с тобой, улетай, моя грусть, улетай. Донбай ждет нас всегда в это время. Донбай, мы приехали, и Донбай все говорят, наконец-то, вот-вот. И я думаю, что эти горы тоже радуются тому, что здесь прозвучали песни и о Донбае, и о жизни, и о любви, и о счастье, и обо всем. Барды – это особый народ. Барды – это особое творчество, барды – это особые песни. Это надо понимать. Это от сердца, это от души. Это люди, которые... Им ничего не надо. Им надо спеть то, что они чувствуют, передать свои чувства, чтобы тоже их почувствовали и с ними сопереживали в тех всех произведениях, которые они исполняют. А самая подходящая атмосфера для этого царит, конечно же, не на основной сцене фестиваля, а в ходе вечерних посиделок, как правило, плавно перетекающих за полночь. Глаза в глаза и гитара по кругу. Именно такие встречи со старыми друзьями и знакомства с новыми, по признанию самих бардов, самое ценное на любых фестивалях. И донбайский не исключение. Здесь все равны, никакой обязательной программы или каких-то тематических ограничений. Можешь просто слушать или, дождавшись своей очереди, спеть о том, что на душе. Будь то неразделенная любовь, курьезный случай из жизни или цепляющее сегодня всех за живое событие на Украине. Нет тропы, лаем живых собак, заглушила биение сердца. Это травля и старый вожак ждет сигнала от уиноверца. Это травля, просто травля, снова травля. Почему, скажи, идет на стаю? Стая волчья и людская, нет отличия. Те же жизни, те же судьбы, те же обличья. Ну и, конечно, на фестивале «Горные вершины» хорошую порцию вдохновения барды получают от близости этих самых вершин. Благодаря организованной для участников культурной программе, они приблизились к ним, насколько это возможно. Ведь лучше гор могут быть только горы. Особенно повезло тем, кто здесь ни разу не был, потому что испытать такие эмоции впервые дорогого стоит. Все в порядке? Состояние эйфории. Это состояние обусловлено чуть меньшим содержанием кислорода в воздухе. Парциальное давление кислорода меньше. Поэтому состояние эйфории на такой высоте – это первое, что мы ощущаем. Судьбы разные, разные лица и взгляды на вечность. Но ведь что-то единое накрепко вяжет всех нас. Мы как дикие гордые птицы, ломая конечность. Здесь на твердой земле мы живем, мы используем шанс. К сожалению, многие постоянные участники фестиваля «Горные вершины» в этом году не смогли приехать из-за переноса даты его проведения с начала на конец августа. Но, тем не менее, и зрителям, и жюри было кого послушать. Ведь помимо ветеранов фестиваля, каждый год сюда приезжают и новые, интересные авторы-исполнители, песни которых так западают в душу, что хочется их знать наизусть. Наизусть перечисляй мои улыбки. Запомни пальцами тепло мое. Нас не спасут весна и крепкие напитки. Все одно, все ничто, все равно нулю. Когда город уснул на твоих руках без меня, когда делится целый мир, но без тебя, когда ты поджигаешь ночи, не уснуть.
знаешь, кто-то читает тебя наизусть. Я уже занимаюсь 5 лет, и спасибо огромное моей маме, которая заложила большое семя. Я, ну, родители все-таки, наверное, главные люди, которые, ну, дают нам делать этот первый шаг. И как бы благодаря ей я здесь. Фестиваль очень хороший, тоже очень хорошая здесь обстановка. Вот. Люди талантливые, и жалко, что те талантливые люди остаются в тени. Но я бы хотела сказать, чтобы люди, которые обладают какими-то талантами, тем, чем они обладают, они не боялись делать первый шаг к судьбе навстречу. Первый шаг навстречу фестивалю «Горные вершины» для Ольги Левченко, кстати, самой молодой его участницы, обернулся успехом. Она заняла первое место в номинации «Лучшее исполнение песен Юрия Висбора». Лауреатами фестиваля в других номинациях также стали Руслан Кириченко из Невинномысска, представители Карачаева-Черкесии Сергей Зацепилин и Владимир Эркенов, а также дуэт пятигорчанки Татьяны Санкиной и Алексея Кудашова из Апшеронска. Мы из Сибирды, мы каждый год бываем на этом фестивале. Очень нравится. На каких песнях вы выросли сами? Нравится про Донбай, Высоцкого, Висбора. Все хорошие. Мне показалось, что вот я видела много новых лиц. Показалось, что фестиваль неплохой. Он очень мягкий, очень добрый, какой-то вот по-хорошему домашний. Есть возможность, самое главное, общение. Мы планируем дальнейшие встречи, мы обменяемся адресами, мы поем друг другу новые песни, мы творчески обсуждаем их, это очень важно. Когда ты занят работой, суетой, будней, то вдруг встречаешь единомышленников и с ними общаешься, тебе что-то подскажут, это вот классно как. На такой земле, как наш Кавказ, многонациональный, такой полифонический, такой разнообразный, на этой земле требуется то, что всех объединяет. И не потому, что там феномен авторской песни уж так уникален, и вот только так можно себя проявить творческому человеку в демократических условиях. Надо понимать сверхзадачу, что это объединение, фактор объединяющий, и сегодня это крайне важно. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай, снежные флаги разлук вывесил старый Донбай. Руслан Альботов, итоги недели. Стоишь на тропе.